Отжимания на брусьях. Базовое многосуставное упражнение, которое отлично подходит для развития силы, укрепления и увеличения массы мышц всего плечевого пояса. Основную нагрузку получают грудные мышцы и трицепсы. В дополнение к ним задействуются передние пучки дельтовидных мышц. Примите положение упора на брусьях на прямых руках. Скрестите ноги и слегка согните их в коленях. Взгляд направлен вниз. Наклоните торс вперед и медленно опуститесь между брусьев, сгибая руки в локтях. Опустившись до параллели плеча с полом или чуть ниже, задержитесь на мгновение. Затем на выдохе отожмитесь от брусьев и вернитесь в исходное положение. Старайтесь во время выполнения упражнения разводить локти немного в стороны. Не сутулиться, а наоборот, отводить плечи назад и сводить лопатки. Взгляд всегда направлен вниз. На вдохе медленно опускаемся, на выдохе отжимаемся. Если вы хотите больше нагрузить грудные мышцы, то, приняв исходное положение, сильнее наклонитесь корпусом вперед. Ноги должны быть согнуты, колени слегка подтяните к груди. Выполняя отжимания, локти разводите в стороны сильнее и сильнее наклоняйтесь корпусом вперед. Для того, чтобы сместить акцент на трицепсы, выполняйте отжимания, направляя локти строго назад. При этом наклоняться вперед не стоит. Держите туловище вертикально, ноги прямые. Однако отжимания на брусьях используются чаще для тренировки именно грудных мышц. Чтобы увеличить нагрузку, выполняйте отжимания с дополнительным отягощением в виде блина или гантели, которые вы можете закрепить на специальном поясе. Не сутультесь во время опускания. Не разводите слишком сильно локти в стороны. Не раскачивайтесь туловищем.